Доброй ночи, Лайла Тов. Я продолжаю знакомить вас с моим материалом «Правильный иврит», который можно найти на сайте ahas.org. Сегодня мы поговорим о букве «хет» – основная информация. Если слово начинается звуком «х», то первая буква «хет», а не «каф». Потому что «каф» в начале слова всегда передает звук «к». То есть мы слышим, например, слово «хедер», первый звук «х», «хедер», значит, мы напишем букву «хет» в слове «хедер». Никаких вариантов других не может здесь быть. С буквой «каф», если мы написали бы это слово, мы бы прочитали его как «кедер» или «кадар», например. Мы услышали на иврите слово «хум», коричневый, «хум». Мы напишем его только с буквой «хет». Других вариантов быть не может. Мы услышали слово «хида», загадка, тоже «хет». Всегда, когда в начале слова мы слышим «х», мы напишем букву «хет». «Хофиш», «свобода». Аналогично мы напишем слово «хет». Мы напишем букву «хет», извиняюсь. Дальше. Если буква «хет» последняя в слове, то слово обязательно заканчивается звуком «ах». Отсюда мы делаем вывод, что если слово не заканчивается на «ах», но при этом заканчивается на звук «х», то есть «их», «ух», «ох», «эх», то последняя буква будет «каф», и она будет написана как «кафсофит», а не «хет». Например, мы услышали слово «царих», «царих», «их» в конце, мы напишем последнюю букву «каф». Никаких вопросов не должно возникать. Все просто. «Царих», последняя буква «каф». Если бы мы вдруг написали это слово с буквой «хет», то мы прочитали бы его «царьях» или «цриях», но никак не «царих». Получилось бы совсем другое слово. Аналогично, давайте посмотрим еще слова. Мы услышали слово «берех», «берех», «эх» в конце, не «ах», «эх». Мы напишем последнюю букву «каф». «Хошех», мы услышали «эх» в конце, «хошех». Даже если мы не знаем, что это такое «хошех», мы напишем в начале «хет», потому что мы слышим «х», в начале это будет «хет». «Хошех», в конце мы слышим «эх», последняя буква будет конечная «каф». Никаких вариантов других не может быть. «Хашух», аналогично. «Ух» мы услышали в конце, мы напишем «каф». «Арох», «ох» мы услышали, не заканчивается на «ах» это слово. «Арох», значит, последняя буква «каф». «Мамших», «их» мы услышали. «Мамших», мы напишем «каф». «Мехаех» – улыбается. «Ех», «эх» в конце мы тоже напишем «каф». Я надеюсь, это было просто и понятно. Кто захочет получить больше информации, сейчас вы видите ссылку на экране. Вы можете на сайте посмотреть, либо другие видеоматериалы, которые по букве «хет» на нашем канале. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Изучайте иврит на сайте ahas.org. Записывайтесь на мои вебинары. Спасибо за внимание. Лайла Тов. Доброй ночи.